Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я буду лепить новых героев из анимационного сериала Happy Tree Friends. Прошлый видосик, в котором я лепил Флиппи, Флэкки, Кадлс и Хэнди, вам очень понравился и набрал более 5000 лайков. Сегодня я слеплю 4 новых фигурки, и если это видео наберет не меньше лайков, чем предыдущее, то я обязательно продолжу эту тему. Сначала слеплю фигурку Белки Натти. «Счастливые лесные друзья» или «Happy Tree Friends» – это анимационный флеш-сериал в жанре черного юмора о приключениях нескольких зверей. «Happy Tree Friends» часто подвергался обвинениям в излишней жестокости, так что детям его смотреть не рекомендую. Натти – зеленый бельчонок, который страдает сахарной зависимостью. Он ни дня не может провести без сладкого, из-за этого часто прощается с жизнью. Глаза его разные, один глаз нормальный, с небольшим черным зрачком, а второй косой и с большой зеленой радужкой. Частенько Натти несъедобные предметы принимает за различные сладости. В одной из серий Натти увидел лампочки и принял их за конфеты, что и привело к его гибели. Натти живет в дупле дерева. Как результат чрезмерного потребления сахара, Натти всегда гиперактивный и нервный. За сладости он готов даже подраться. После того, как съест хоть немного сладкого, превращается в зеленое торнадо. Для лепки фигурки Натти я использую пластилин салатового цвета. Внутреннюю часть головы и хвоста бельчонка я сделал из алюминиевой фольги. Кстати, ребята, пишите в комментариях, каких героев из этого анимационного сериала мне еще слепить. Вот такая фигурка Натти, Happy Tree Friends, у меня получилась. Далее я буду лепить фигурку лося Лампи. Лампи – глупый синий американский лось с белыми зубами, которые торчат из его рта. Он резко отличается от других персонажей сериала. Он выше всех остальных, у него маленькие глаза, также у него несимметричные рога.
очень длинный нос и очень низкий интеллект, который очень часто становится причиной гибели других персонажей, хотя сам Лампи умирает далеко не всегда. Живет в фургоне на краю леса. Лампи можно считать самым главным героем анимационного сериала, так как он появляется практически во всех сериях, и большая часть внимания акцентирована на нем. Он часто занимает должности, требующие какого-либо интеллекта. Водитель автобуса, стоматолог, окулист, полицейский, пожарный, маг и даже психиатр. Среди любимых занятий лося – полежать в гамаке, поесть бутерброды и многое другое. Хоть Лампи часто пытается помочь другим персонажам в случае надобности, иногда он предстает как жадный бизнесмен. Если Лампи что-то не нравится, он начинает ворчать. Для лепки лося Лампи я использую светло-голубой пластилин. Для того, чтобы его получить, я смешал твердый белый скульптурный пластилин с небольшим количеством обычного синего. А для каркаса фигурки использую мягкую алюминиевую проволоку диаметром 1,5 мм. В руках Лампи будет держать сэндвич или бургер. Вот такой прикольный лось Лампи из Happy Tree Friends у меня получился. Далее, по вашим просьбам, я слеплю петунию. Петуния – синий скунс с голубой стрелкой на лбу, розовым цветком на макушке и автомобильным дезодорантом на шее в виде елки с сосновым ароматом. Хотя петуния хихикает по-детски и играет с куклами, зачастую она представляет собой взрослого персонажа. Лучшей подругой петунии является Гигглс, хотя считается, что петуния гораздо старше ее. Она очень любит готовить и пить сок, очень хозяйственный персонаж. Обычно петуния не вызывает ничьей смерти, кроме своей. Однако в серии «Hello, Dolly» она нашла проклятого идола, затем гуляла с ним по парку, в результате вызывая смерть рядом находящихся персонажей. В другой серии в результате ее неосторожности погиб весь район, в котором она жила, а в следующей случайно уничтожила всю жизнь на планете, взорвав огнем газ, распространенный Слендином по поверхности Земли. Сама же очень часто умирает. Имеет второе место в рейтинге по числу смертей после Кадлса. Петуния страдает помешанностью на чистоплотности. Из-за этого она принимает душ по 5 раз в день и может упасть в обморок при виде грязи. Петуния чаще Гигглс подвергается ухаживаниям со стороны диска Мишки, и хотя она всячески отвергает их, тем не менее все равно ходит с ним на свидание. В одной из серий у Петунии был роман с Хэнди, случившийся из-за того, что Петуния отбила себе лапы. У Хэнди также были отбиты лапы. Петунию я леплю из вот такого темно-синего пластилина. Для того, чтобы его получить, я смешал обычный синий пластилин с небольшим количеством темно-фиолетового. При помощи скальпеля аккуратно вырезаю ароматизатор елочка, который будет висеть у петунии на шее. Теперь приступим к лепке головы.
для внутренней части головы и хвоста петунии я также использовал алюминиевую фольгу. Вот такая фигурка петунии из Happy Tree Friends у меня получилась. Далее я буду лепить фигурку Рассела. Рассел – это морская выдра с пиратской внешностью. Крюк вместо руки, повязка на глазу, деревянные протезы вместо ног, пиратская шляпа и полосатая красно-белая рубашка. Рассел любит рыбалку, плавание и запускать воздушные змеи. В одной из серий даже открывает свой собственный ресторан. Из еды предпочитает морепродукты. Он живет в большом пиратском корабле и спит на пурпурном гамаке. Много времени проводит в воде, а потому редко контактирует с другими персонажами. И вообще, по большей части, ведет жизнь отшельника. Хотя он все равно очень доброжелательный по характеру и особенно дружен с Лампи. В одной из серий ясно показывается, что повязка на глазу – это не просто часть пиратского имиджа. Рассел действительно лишен глаза.
Вот такая морская выдра Рассел из анимационного сериала Happy Tree Friends у меня получился. Ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк, а также пишите в комментариях, кого еще слепить. Всем отличного настроения, до скорой встречи!